Всем салют, друзья, с вами снова канал Опасная Зона, и мы продолжаем проходить Hellblade. Впереди нас ожидает огненный великан Сурт, один из богов, которого нам нужно победить, чтобы открыть ворота, ведущие в Хельхейм, к богине, у которой наша героиня надеется выцепить душу своего убитого возлюбленного. Ой-ой-ой. Да. Круто получилось. Еще раз. Ой-ой-ой, сейчас я так сдохну. Фу, удалось выжить. Слава богу. Ты как, Сеня? Цела? Да, кровище-то из меня вылилось в ведро целое. Такс. Нужно посмотреть на ворота, чтобы определиться с нашей целью. Когда ты увидишь огненные врата Сурта, знай, только жертва поддерживает огонь Муспеля и пропускает мертвых. Найди огонь Сенуа, дабы пойти по пути к Сурту. Ну вот огонь. Жертва. Вот она. Ага, вижу. Печать. Ой-ой-ой. Хель не даст тебе ответы, которые ты хочешь узреть. Но ты не должна отворачиваться от ужасов, которые тебе явятся здесь. Потому что ты не преодолеешь страдания, если откажешься смотреть на них. Фу, вроде отпустила. Но погнали дальше. Ага, там еще одни ворота. Нужно найти другой путь, голоса говорят. И там ворота. Да, не просто здесь придется явно. Но здесь тупик. Сурт ждет тебя. Найди его. Такс. Туда можно пойти. И сюда можно пойти. А, ну тут тупик, да. Здесь мы только камушек можем послушать. Северяне рассказывают такую историю. Прежде чем была создана Земля, был другой мир, называвшийся Муспель. Этот мир был на юге, потому там было светло и жарко. Все горело и полыхало. Искры из Муспеля стали звездами. Другие искры растопили лед из ледяного мира Нифельхейма. И так появился великан и мир. Муспель — один из девяти миров. Теперь это страна огненных великанов. Никакие другие создания не могут жить там. Еще врата. Нужно найти очередную жертву.
Найди огонь, Сена. Найди огонь. Понятно. It's too far. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds? Она должна запомнить путь назад, они говорят. Concentrate on where you're going. She needs to remember the path. Everything will burn. Then how will she find the way back? She won't. She won't be able to tell. А, так. Ой-ой-ой, сейчас на меня нападать, да, будут опять? Давайте еще один камушек посмотрим. Северяне верят в то, что однажды мир будет уничтожен. Этот день они зовут Рагнарок, или день, когда свершится судьба богов. Сурт и другие огненные великаны нападут на Асгард, а чудовищный волк поглотит солнце. Напрасно боги будут биться со своими врагами. Невозможно предотвратить это. Но Один постоянно ведет поиски знаний и магии в надежде найти способ отсрочить ужасный день. Ух, мистика. Так, вот какой-то подъем, что ли? Давайте посмотрим. Нет. Она не лезет наверх. Ладно. Пошли дальше. Оттуда мы пришли, да? Вроде ничего интересного не видно. Северяне приносили жертву огню, сжигали рабов, таких как я, чтобы открыть пути к Сурту. Я искал смысл в их страданиях, в их глазах, но они лишь вопили, как беспомощные свиньи. Так, ну очередной алтарь с печатью. И, наверное, как только я им воспользуюсь, все загорится вокруг. Мне придется бежать обратно. Ну, давайте попробуем. Вот здесь сможем спуститься? Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, прям по голове. За что? Бедная Сенова. А твои боги отвечают твоим мольбам, Сена? Я просил о милости всех богов, даже их богов. Просил, но никто мне не ответил. В конце концов, я освободил сам себя. И я говорю, брось вызов богам. Найди свой путь, как я нашел свой. Мои боги покинули меня. Я одна.
Так, мы можем туда в домик войти, насколько я понимаю. Можем посмотреть печать. Найди огонь. На 5.25. И там какие-то врата с двумя рунами. Ладно, сейчас будем разбираться. Интересно. Главное ничего не пропускать. Северяне говорят, что когда придет Рагнарок, дети Муспеля отправятся на битву на корабле, называемом Нальфгард. Корабль мертвых. И когда дети Муспеля покинут корабль и ринутся в битву, будет казаться, что разверзлось небо, и Сурт поведет их. Когда бы они ни направились, перед ними будет вздыматься пламя, и позади него будет реветь огонь. Ух, жесть какая. Так, ну давайте взглянем на ворота. Нам нужно руны будет найти. Северяне из Хеля почитают богов-пожирателей, ненасытных богов тьмы. Сено, я происхожу из Эрин, где люди поклоняются другим богам, Туата де Данан. Как ты потерял своих богов? Я был человеком-ученым, а не воином. Чтобы выжить, я совершал разные поступки. Плохие поступки. Того, кем я когда-то был, давно уже нет, как и тебя, Сенуа. А когда такое случается, даже боги, которым ты молишься, умирают с тобой. Так, ну вот это крест, но эта руна сюда не подойдет. Наверное, вот туда надо идти, в дом, и там искать. А, вот-вот-вот, где-то здесь. Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Интересно. Как нам составить эту букву из бревен? А, или может быть мне сверху это надо сделать? Да, похоже, я трачу время. Давайте зайдем сюда в домик. Я все ожидаю, что какой-нибудь сундук с лутом появится. Или оружие найдется какое-нибудь новое. Но, скорее всего, нет. Здесь игра построена немножко по другим правилам. Нам просто нужно пройти этот путь. Так, ну что мы тут сможем слепить из этих бревен? А, вон оно что. А где вторая часть? Не вижу.
могу здесь спрыгнуть? Да. Ну, хорошо, что хоть не придется обратно идти. Так, давайте искать. Какое-то перекрестие должно быть. Должны же подсказки появиться в конце-то концов. Стоп, стоп, стоп. Ага. Да что ж такое-то, но ну, почти ж попадает. Наконец-то. Ворота должны открыться. Ага, понятно. Ну тут недалеко. Добежим. Гореть не надо. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, наверх. Давай-давай-давай, быстрее. Нет, нет. Устоял. Повезло. Быстрей, быстрей. Господи, еще и сражаться придется. Во всем этом ужасе. Это нечестно. Все, побежали. Надо сообразить только в какую сторону. Сюда. Фу, выбрался. Ты говоришь, что твой мир рухнул? Хорошо. Пусть он рухнет, а ты имей храбрость оплакать его. Сравняй свой мир с землей, и только тогда, родившись заново, ты начнешь жизнь заново. Такс. Ну, похоже, наверх. Внизу я вроде ничего не пропустил. Туда можно направиться. Ага, и сюда можно направиться. Даже не знаю. Давайте для начала заскочим на мостик.
Вот, нужно руну найти. Ага, здесь закрыто. Так, ну, наверное, для начала нужно ворота осмотреть, а потом уже искать что-то. Видимо, нам нужно спуститься вот здесь. Ух ты, целых три. Как ты сбежал от своей тьмы, Друд? Когда я узрел перед собой цель, страдание больше не имело надо мной власти, и я мог ее перетерпеть ради своей цели. Пелена страха спала с моих глаз, и тогда я стал ясно видеть его в других. Даже мои пленители боялись огня Сурта. Тогда, во время одного набега, я решил испытать судьбу и сбежал, зная, что они за мной не последуют. Дурак, побежал прямо в огонь. Они оставили меня на верную смерть. Может, они были правы. Но вот я здесь. И я свободен. Найди огонь. Понятно. Нам еще надо три руны найти. Где-то близко одна. Наверное, наверху, да? Так, 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 так. Нет, тут части не хватает. Придется искать. Может, с вышки я найду что-то. Надо что-то с чем-то совместить. Интересно. Ага, вот же палочка. Нет? Нет, что-то не так. Да, что-то со внимательностью у меня сегодня туго. Видимо, устал после работы. Ничего не вижу. Что с чем надо совместить? Совершенно не понимаю. Ну, на земле вроде нету ничего. С чем я могу вот эту палку совместить? Может быть, как-то так? Да, точно. Одна есть. Ну все, с этой вышки я больше ничего не найду. Погнали на вторую.
Так, нам нужно перейти по мостику. Ага, вижу. Ну? Чего не совпадает-то? Вот, сработало. Отлично, последнее осталось. Вот же он, этот крест. А, нет. Я как-то с другой стороны должен на него посмотреть. Отсюда вот. Да, все. Теперь можно открыть ворота. Там будет, скорее всего, очередная огненная печать. Так, ничего я здесь не пропускаю, камней никаких нету. Есть. Ну, северяне говорят, что радуга, которую мы видим, на самом деле мост между миром людей и богов. Пока, говорят они, ледяные великаны и горные великаны не могут зайти на него. Но когда наступит Рагнарок, ничто в этом мире не спасется. Сенуа, я видел, как огонь Сурта растекался повсюду, и по нашим землям тоже. Рагнарок близко. Все, капец мне. Раз я смог выжить в огне Сурта и вырваться из тьмы, сможешь и ты. Ну, давайте пробовать. Что-то оно как-то через раз срабатывает. О. Я бежал, Сэн, бежал и бежал через огонь. Беги, беги вперед, не останавливаясь. Ой-ой-ой, горю. Какая жесть. Но она сейчас сдохнет-то. Прости. I'm so sorry. Мне так жаль. This darkness takes everything. Тьма убивает всех. Everyone. Всех. Сенуа. Are you sure you want to? Ты точно хочешь сделать это сама? We can fight this together. Мы можем бороться вместе. Рядом, как всегда. This is my battle. Это моя битва. Я должна сделать все сама. Но не здесь. Куда ты идешь? Я не знаю. Надолго? Я не знаю. Я верю в тебя. Ты знаешь это. Пообещай только вернуться ко мне. Я хочу, чтобы ты это сказала.
Я хочу, чтобы ты так сказала. Я вернусь к тебе. Я обещаю. Пролей кровь Сута, возьми его знак. Я буду приветствовать тебя из Нижнего мира и вечно буду в долгу перед тобой. Ты уничтожил все, всех, кроме меня. Сразись теперь со мной. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай быстрее к нему. Валим его, валим. Надо слушать, что говорят голоса. Сфокусируйся, они говорят. Один повержен. За каждой победой следует новая, еще более тяжкая битва. И так будет до конца. Пока не падешь. И в конце концов, мы все падем. Даже время богов отмерено. Но все-таки надо продолжать. Почему? Я дала обещание, и чтобы сдержать его, я готова пойти хоть в Хель. Я умер свободным, зная, что ты понесешь мои истории с собой. Я выполнил свой долг. Да, выполнил. А теперь, когда тьма наступает, я клянусь вести тебя в этой жизни и в той, чтобы ты смогла выполнить свой долг. Тогда мы встретимся в Хеле. Будь готова смотреть страху в лицо, как это делал я, чтобы найти ответы на свои вопросы, свой путь, свою правду. Ну что ж, друзья, давайте на этом сделаем паузу. Продолжим в следующей серии. С вами был Илья и канал «Опасная зона». Счастливо и удачи вам. Пока.